Всем привет! Сегодня мы готовим куриные фрикадельки. Для них нам понадобится лук, чеснок, мука, овсяные хлопья, яйцо, острый соус чили, непосредственно сам куриный фарш, а для соуса мед, тот же острый соус и соевый соус. И для начала мы смешаем основу для фрикаделек. Для этого все ингредиенты просто объединим в миске. Остается сформировать непосредственно фрикадельки. Я для этого буду использовать ложку для мороженого, мне просто так удобнее. Как вы могли заметить, я не использую панировочные сухари, так как в этом рецепте их заменяет овсяные хлопья. Остается только немножко подправить форму, чтобы они были более круглыми, и отправить в разогретую до 205 градусов духовку на 25-30 минут. Но время будет зависеть от размера фрикаделек, поэтому смотрите, как только они покрываются приятной румяной корочкой, их нужно будет вынуть. И пока фрикадельки у нас готовятся в духовке, мы подготовим соус. Для этого нам нужно просто соевый соус объединить с соусом чили и медом. Фрикадельки готовы, и пока они еще горячие, только что вынуты из духовки, их нужно сразу же полить соусом подготовленным. И при желании можно посыпать кунжутом и луком. Я выберу просто зеленый лук. Фрикаделькам нужно дать постоять минут 5, чтобы соус впитался в них и они обогатились этим ароматом. Подавать можно прям так, и для удобства можно воткнуть зубочистку или специальные такие шпажки, чтобы удобнее было доставать и наслаждаться вкусным ужином. С вами была Катя Луцкая, увидимся!